Новосибирские аниматоры станут сотрудниками «Союз мультфильма». Сегодня в Государственном университете архитектуры, дизайна и искусств подписали соглашение, в рамках которого студенты будут выполнять заказы всемирно известной студии. С подробностями Станислав Блинов. Я могу придумать героя, какого я захочу, окружение, полностью создать мир, и у меня практически не будет никаких границ. Студентка первого курса Ирина Трофименко будущую профессию выбрала давно. Первые мультфильмы создавала еще в детстве с помощью перекладных картинок и маминого телефона. Но о работе в «Союз мультфильме» даже не мечтала. Это просто чудо на самом деле. Я даже не думала, что такое может быть. Я безумно счастлива. Я всецело с головой хочу погрузиться в это дело и принять участие во всем, в чем смогу. Анимация – это способ с помощью изобразительного языка донести общечеловеческие ценности до каждого зрителя, независимо от возраста. Сотрудничество с легендарной студией открывает для студентов Новосибирского вуза безграничные перспективы. Хочется принести в эту отрасль что-то свое, новосибирское. Можно попробовать воспользоваться нашим научным потенциалом и создать какие-то проекты, продукты на стыке искусства, достижений наших ученых, инженеров. В первую очередь из Академгородка. Для молодых аниматоров эта площадка в первую очередь возможность не только получить новые навыки, но и применить их на практике. Мы сегодня начинаем готовить по технологиям завтрашнего дня. И, конечно, безусловно, мы благодарим Андрея Александровича за поддержку, за помощь, деятельную помощь, которая была оказана университету для организации этой площадки. Сотрудничество будет строиться на взаимовыгодных условиях. Мы ждем свежей крови, мы ждем новых талантов. И главное, мы работаем на масштабирование всей индустрии. С момента основания в 1936 году на «Союз мультфильме» создали больше 1500 мультфильмов. Среди них такие шедевры, как «Чебурашка», «Карлсон», «Ну погоди» и многие другие. А теперь к созданию новых историй приложат свои таланты и новосибирские аниматоры. Станислав Блинов, Дмитрий Злобин, Новости ОТС.